Ты можешь перестать? И так все на нервах. Женя! Ему надо сосредоточиться, а тебе всего лишь выйти и объявить пару номеров. Ты же всего лишь ведущий. Ты вообще знаешь, каково это? Когда целый зал смотрит только на тебя. Когда из реквизита и спецэффектов у тебя только ты и микрофон. Когда от моих слов зависит старт вашего номера. Когда только я могу перевести твою ошибку в шутку. И это ты считаешь пустяком? А я каждый день жизни рискую. Я просыпаюсь каждое утро ради других. Ради других проявляю все свое терпение. Ведь так сложно работать, когда у тебя нет кнута, а только пряник. В отличие от остальных, я несу ответственность не только за себя, но и за них. Ладно, ребят, у каждого свои заботы. От ловкости моих рук, от моей концентрации зависит успех. Одна маленькая оплошность может стоить мне целого шоу. Быть фокусником – это значит оттачивать свое мастерство каждый день, пробовать и ошибаться, пробовать и доводить до совершенства. Детская мечта научиться летать стала моей профессией. Ловить на себя восторженные взгляды зрителей, находясь прямо под куполом цирка, стоит того, чтобы рисковать жизнью. Взмах моей руки задает тон всему вечеру. Десятки музыкантов дышат вместе под моим руководством. Чувствовать и направлять целую команду безумно сложно, но я люблю то, что делаю. Скорость и бесстрашие. В цирке эти понятия применимы ко многим. Но только я посвящаю себя этому ежедневно. Мою миссию многие сочтут легкой, но никто даже не догадывается, насколько сложно носить такую яркую маску, настолько глубоко прятать свои эмоции и всегда быть самым узнаваемым.
нас всех разное предназначение. Но мы — команда. Поэтому... давайте сделаем шоу.